Всем привет! Меня зовут Оля, я приветствую вас на своем канале. Это у меня четвертая серия игры Порки. Мы просыпаемся. Так, мы там разобрались, что у нас есть для создания этого точильни станка. Вот, станка, короче, чтобы мозг сделать. Сейчас мы его сделаем. Ну, выпускайте нас. Хоть красивый экран загрузки, а не черный. Коснулись. Он почти, кстати, полностью. Вот здесь сборочный. Я имела в виду. А, смотрите, предметы для сборки. А, детали можно посмотреть. Вот. Ага. Мы должны были с вами точильный поставить, создать. Вот это. Да, каменную мы создали, а точильный нет. Сюда надо нам медный слиток 3. Потом надо точильный камень. А, он у нас еще не взят. Пойдемте наберем все это. Открыть. Так, это мы вот сюда. Потом медный слиток. И детали нам нужны. Это что вообще такое? Чуть-чуть такое. Это... Иди сюда пока. Надо будет сейчас еще дерево будет насобирать. Где детали? У нас же вроде были. Я же вроде видела. А, вот детали. Вот это вот сюда. Вот, все. Начнем 4. Вот. Так. Потом 5. И 6. Все. У нас есть точильный станок, правильно? Мы его сейчас куда-нибудь... Он... Ого, какой ты! Ты сюда не поставишься? Черт. Я просто не знаю, дом надо будет, наверное, увеличивать. Нет, не надо будет. Подождите, вот так вот и вот так. Вот. Так, создать. Что тут можно создать? Нам надо что-то там было создавать. Медные слитки нужны, бронзовые. Так, пока мы ничего не создаем. Мы сейчас лишнее опять сюда убираем. Древесина не надо, наверное, она не лишняя. Вот это надо часть продать, часть оставить, наверное, я не знаю. А вот этого вот сюда убираем. Чтобы отсюда забрать, чтобы... Это что? Древесный сок. Мы его пока к себе кинем. Вот это вот сюда. Это что у нас? Камушки. Камушки, камушки. Здесь что-то я... Или что это у нас? Камень, да. Это половинная руда. Ага. Давай мы вот это вот сюда кинем себе, а вот это вот сюда. Пока бардак, конечно, но мы еще сделаем. Так, тут у нас каменный кирпич. Ладно, сейчас мы разберемся. Теперь нам надо детали моста, да? Каталог предметов. А, это что-то я не видела до этого. Ох. Ох. Ладно. Мы сделали каменную печь. Верстак. Постой, кожевенный. Нам надо медный слиток, медная труба и циркулярной пилой распилить, чтобы получить крепкое дерево. У нас циркулярной пилы еще нет, да? Значит, надо вначале создать циркулярную пилу. А здесь надо каменное медное лезвие, камень, медная руда. Но сделаем циркулярную пилу вначале. Правильно я понимаю? Так. Медное лезвие надо поставить, чтобы делалось. Что тебе надо для этого? Медь нужна. Для того, чтобы медь делалась, нам надо, по-моему, дерево, которого у нас нет. Хорошо. Туда еще камень надо. Сейчас мы камень туда запихаем. Половянный камень, вот. Так, не поняла. Сюда кладись. Пойдем запихаем сразу. Так. Да, тут. Мне казалось, камень надо. Каменный кирпич, медное лезвие. А, ладно.
Эри путала, с кем не бывает. Все. Фуф, начало мы положили. Нет топлива, ладно. Там у нас письмо какое-то пришло, пойдемте смотреть. От мэрии. На этой неделе в пятницу будет проходить ежегодный день. Если хотите заранее, запаситесь удочкой, а также... Так, от Давы. Я Дава, хранитель лесной фермы Порти. Недавно Буля разрушила нам завод. Пока его не починят, мы закрыты. Так что для ремонта 5 деревянных досок. Досок. До 18 числа 1. Что-то дадут, да? Давайте возьмем, я не знаю. Я, который может... Здравствуйте, я всегда искала вещи, которые, может, не важны для исследовательского центра, но все еще могут раскрыть историю старого мира. Если найдешь что-то особенное, пожалуйста, принеси мне. Спасибо, Петра. Угу. Ладненько, мы, как всегда, потопали в одно место интересное. Я пока не насобираю всего, древесину не буду зарабатывать, как его, блин, правильно выразиться. Дубить, блин, вот. Слово забыла. Пойдемте опять собирать. Да, сумку мы освободили, но так нам надо, я так понимаю, дерево, чтобы все это F. У нас вот вроде медь хорошо шла тут. Вот тут где-то была медь у нас, и мы там хорошо с вами копали. Не тут, не тут, не тут. Да, наверное... Так, ну-ка. Не вижу. Ну-ка. Забыла уже, как управлять. Денёк не поиграла. Так. Что-то я не вижу. Почему у нас не работает наш этот? Видишь где-нибудь, что просканировать можно? Не вижу, чтобы что-то можно было просканировать. Желтеньким. Там же всякая фигнюшка полезная падает. Так. Так ничего не светится. Ничего не светится. Угу. Давайте так посмотрим. Вот, насколько ты там у нас. Вот, давайте вот это возьмем. Конечно, понимаю, что надо бы это, но придется потом деньги, если что. Тихо, вот оно, вот оно. Что тут у нас? Во, классно. Мы же не только это. Давай, сканируйся. Это... Все, что ли? Что-то как-то плохо. Ладно, возвращаем. Сейчас найдем. А то как это мы? Я не знаю, часть, наверное, дисков продать это не будет. Это расточительство. Там я видела, их куда-то использовать надо. Ну-ка еще раз. Почти. Что-то мало. Просто тут особого что-то навижу. Давай вот сюда покопаем. Давай. Поближе. Угу. А что так еще камень какой-то рубится? Все? Не, далековато как-то, конечно. Ладно, давайте попробуем. Смотрим, что уж теперь нас пришли. Я все-таки хочу понять, как энергию можно здесь сделать. Ну, запасы, там, баночки какие-нибудь. Ну, вначале, да, надо достроить что по квесту, может, потом нам объяснят готовкой, ну, или покупать. Ну, хотя странно, в каких играх обычно самим разрешают еще. Что-то мы нашли. Вот это вот. Там модель какая-то написана была. Так, подождите. Что там мы нашли? Ё-моё, вот так и вот так.
Я не... Вот. А, это памятник какой-то, да? Блин, для них надо коробочку. Вот находим, непонятно что. Ладно. Не вижу ничего пока. Потому что отключил сканер, блин. Вот так. Не вижу. Это не сканируется. Ладно. Ну-ка, вылазь давай, посмотрим вот отсюда. Так. Я хочу по-другому еще глянуть здесь, подождите. В другую сторону немножко пройтись. Хотя разницы, может, и нету, но посмотрим. Давай. Есть тут что? Далеко только есть. А вот сюда нету. Странно, конечно, расположение. Вот тут, например. Вот, например, вот это вот. Что это? Пойдем. Надо будет сегодня, наверное, вот так поделаем, а потом просто покопаемся. Это всякие статуэтки, я так понимаю, собираются. Угу. Тихо. Топаем, 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 давай. Ну, еще чуть-чуть. Что-то нашли, да, опять? Не поняла, что. Не хочу туда идти. Да ё-моё, вылазь давай. Что у нас получается? Мы нашли. Так, так. И у нас все забито. Пойдемте просто пока добудем это. Да, нам даже на показывают, что у нас забито все. Я вижу. Мы сейчас это медь добудем. Она-то у нас собирается, вот. Она нам нужна. И олово нам надо, и медь нам надо. А вообще надо будет древесину, конечно, подобывать. Что тут сейчас ископаем? Давай, давай, добывай. Кстати, вот я не поняла, как олово просто иногда падает, а и может тут есть места, где олово просто добывается. Но вот сразу видно, что прокачали, не так много энергии тратят. Типа дольше можем копаться. Сразу бы увидела. Во, копай, копай. Я тут на паузе подобывала. Даже кое-что выкинуть пришлось. Там какой-то термос старый достала она у меня. Так, ну пойдемте к выходу. Там и перегруз, надо разбираться. Да. Выходим, сейчас все отнесем. Ой, не на ту кнопку жму. На F жму такая. Что-то запуталась. Сейчас отнесем, все положим, пойдем. Ой, уже ночь. Хорошо нам кушать не надо, а? И древесину можно подобывать. То, что энергии, конечно, у нас много, прям радует меня. Я прям в восторге. Надолго хватает, даже вот можно вне записи что-то там делать. Это шикарненько. Сейчас мы все положим. Блин, да, дверь-то у нас тут. То, что кладется, мы сейчас, конечно, все сюда запихаем, чтобы нам место под древесину освободить. Видите, у нас вот, я не знаю, как это все получить. Книжка какая-то старая, очень заброшенная. Ее можно продать. А почему диск данных 75 было за 83? А, ладно, это пока сюда. У нас вот еще... Сюда, сюда. Всякие вот эти вот штучки попадали. Вот это тоже сюда. Так. О, еще одну детальку нашли. Интересно, ее можно изучить? Ну-ка.
Можно ее изучить? Нет. Источник. Тут можно кое-что выбрасывать, но не хочу я пока. Банговые мыслители вас используете. Блин, придумали тоже столько всего. А вот это что? Так, вторую часть надо найти. Это мы вот там нашли, я даже выкидывала. Хорошо. Ты можешь тут прыгать? Давай-ка мы тут деревья. Я так понимаю, деревья, надеюсь, тут восстанавливаются. А то будет весело, если они не восстанавливаются. Так. Нужен топор получше. Ну ладно. Мы люди не гордые, мы вот это подуем. То нам надо бы поставить на лавку материал. Я тут не могу. Надеюсь, на нас никто не нападет. Я помню, что здесь могут напасть. Хорошо. Так, подождите. Вот это. Опыт. Ну, это хорошо, что опыт дают. Так, ладно, топор надо было улучшить. Вот это вот можно? Все, вот это порубим. Сейчас нам хватит энергии, хватит. Время-то уже 11 вечера. Пойдем поставим. Это что? А, это мы расширить территорию можем. Круто. Давай-ка мы... Что тут нам надо-то? Нам медь, по-моему, надо, слитки, я помню. Я хочу вот медный слиток заправить по максималке. Так. И создать. Уверены? Нет. А что у нас там было? А. Идет он? Ага. Надо, может, еще одно. А здесь что можем создать? Что-нибудь новое? Что-то чайный столик, деревянное хранилище. А здесь есть еще какие-нибудь хранилища? Малая катка. Вот нам вот это надо. Деревянное... А, ну понятно. Значит, мы еще одно хранилище создаем. Принять. Куда нам оно поставилось? Вот сюда, да? 6. Вот сюда, давай мы сюда. И я туда поубираю сейчас вот такое вот все хочу. Потому что оно мне мешает, и я не знаю, куда его, чего его, как говорится, девать. Здесь нету такого? Нету. Сейчас мы отсюда, а вот здесь будут у нас ресурсы храниться пока что. Мы вот это сюда. Семена, волокна, кстати, тоже вот эти вот сюда. Вот это мы вот сюда уберем. Сюда. Сейчас все почистим, да. Это что? Удобрение. Ну, это пока тут полежи. Так вот. Это пусть тут лежит. Крепкое дерево. Иди сюда, крепкое дерево. Это вот, конечно, тоже. Это все не хватает еще, но куда деваться? Дерево сюда. Это что? Травы, которые были простые лекарства. А, круто, ладно. Пока сюда. Это мы отнесем, я так понимаю. И сюда перекладем. Порядочек, порядочек наводим. Это вот туда. Зачем-то корзину сделала, теперь не знаю, куда ее девать называется. Пока сюда удобрения, семена. Сейчас катки сможем делать, будем делать. А ты что? Ну ладно, пока тут уже. Все, мы оставили вот это вот все полезное. Завтра продадим. Так, все сделалось? Еще час, блин. Знаете, в чем мне не нравится? Что я не могу положить ее спать настолько, насколько мне выгодно, а не ей. Так. Лечь спать. Потому что я бы так положила, допустим, ну, на 2 часика. Проснуться. Пошли. Она так встает каждый день в 7 у меня. Выходим. Сейчас мы поставим плавить медь. Идем. Создать. Медленный. Так, заправить можно? Принять. Создать. Вот так вот. До утра, до завтрашнего минимум.
вот так пусть делает пока. Сюда мы сейчас слиточек уберем. А где он у нас? А вот он. Все. Сделать катку. Для того, чтобы сделать катку, надо деревья распилить. Пойдемте-ка мы, знаете, медное лезвие тоже надо еще. Медь поставить надо было на крафт. Ну ладно. Где у нас тут с дисками-то? Парикмахерская, исследовательский центр. А как-нибудь метки? А, во, метка ставится. Нам вон туда. Сейчас разберемся. Я в тот раз ходила, я только я заблужусь опять сейчас, да? Да-да-да, вот сюда куда-то мне надо. Я плутаю. Вот сюда вроде, да? Вот вроде с часами здания, нет? Нет, 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 нет. Вот оно. Вот, да-да-да-да, тут. Ой, качельки, на них можно качаться? Круто. Только я ракурс не могу. Все, отменить. А, все отменила. Ладно, покачались чуть-чуть, смотрела. Пойдем. Если диски тут принимаются, я это... Ну-ка, пойдем. Кажется, ты новичок, ты что-то ищешь. Да. Поговорить. Люди из церкви такие упрямые. Почему это мы не можем... Почему это мы не должны использовать технологии старого мира? Они явно могут сделать нашу жизнь более удобной. В этом нет смысла. Так, ладно. Петра, мы, кстати, с тобой разговаривали. Есть великое множество забытых технологий старого мира. В последний раз Ардо нашел самонагревающую коробку. Когда Мерин попытался разогреть мне яйца, то чуть не разнесло исследовательский центр. Что можно тебе подарить? Это то, что она любит подарки какие, да? А-а-а, ясно. Я так понимаю. Ну, ладненько. Все-таки не сюда нам, да? А это что? Обменный пункт. Ага. Источник. Я вот понять не могу. Не принято. Ну, допустим, это нельзя. Вот сюда, например. Нет. А что тут еще есть? Ладно, тогда мы сейчас выйдем. Я часть дисков, наверное, продам. Я не знаю просто. Пытаюсь понять немножко, но немножко туплю. Что у нас вообще тут есть по... Я убрала мост. Но, по идее, у нас ничего нету, да? Персонажи. Это мой персонаж. Хорошо. У нас, да, где он, этот инвентарь. Карта, календарь, снимки, записная книжка. Угу. Ладно, где у нас тут торгаши? Вот, по-моему, у тебя можно было что-то продать. Все инструменты. Минус. Ага. А почему? Магазин одежды. Так. Ладненько, сейчас попробуем в другие места сходить, а у тебя? Поговорить. Когда я сказала, что хочу там стать сам, они все смеялись, затем я схочу. Так, ладно. А вот здесь вот. Почему? Я понять не могу, от чего это зависит. Цена какая-то есть, то, что падает, не падает. А это что у нас? Portia Times. А, так. Разместить объявление. А, это газета. Ну, пойдемте заглянем. О, Мэй. Журналист Portia Times Мэй. Здравствуй, новый мастер. Это ведь ты, верно? Я Мэй, работаю в газете. Еще увидимся. Так, уйти. Ну, спарринг я не хочу юзать.
Эрва, мастер на все луки, один из братьев Кулу. Привет, я слышал о тебе на городской встрече. Как долго собираешься здесь оставаться? Знаешь, Портия становится местом, где многие хотят жить. Сюда переезжают жители других свободных городов. Хорошо. Ладно. Нам пока деньги не критичны, но если и завтра еще подешевеют, это будет очень неприятно. Очень неприятно. Мне вот вообще. Так. О, а здесь что? Закрыто. Ладно. Это парикмахерская, похоже. Так, пойдемте еще. Знаете, вот там есть кто продает. Не тут, а вот там вот. Так. Так вот. Если я правильно иду. Сейчас найдем еще торгашей. Ой, как пролагало-то. Че оно так пролагивает? Это у меня с системником. Прыгаем, прыгаем. Не знаете, что интересно, как нам топорчик улучшить. Вот, да-да-да, вот тут вот. Открыто. Да, оно везде одинаковое. Понять не могу, как это работает, но да ладненько. Печальненько. Так, это что? Ой, привет, ты здесь первый. Впервые я Нора, миссионер церкви света. Приятно познакомиться. Проповедник Алисио, не был чезорый, нерадостный вид. Возможно, он снова ругался с работниками исследовательского центра. Конфликт между церковью и исследовательским центром продолжается уже долгое время. Разве нельзя сделать хотя бы небольшую передышку? В конце концов, мы желаем человечеству лучшего. Экс. Одни и те же подарки, кстати. Я понять не могу. Все это. А здесь что? А, это продажи, да? Не принято. Ого, цены какие, смотрите. Так. А это у нас что? Мы здесь были? Я не помню. Альберт. Да, значит, были. Лесная ферма сейчас не работает. И как бы цены на древесину не взлетели. Так, ладненько. Взаимодействовать. Поговорить. На Гаст. На той воскресной встрече спать захотелось. Каталог конструктора. Ой, нас куда-то потащило. Это я могу тут в свой домик. Хорошо, мы запомнили. Это удобно. Вот что нам имели в виду, когда говорили, что мы пока не перестраиваем, у нас там так есть чем заниматься. Так вот. Так что все нормально у нас. Понятно, цена везде одинаковая. Это печалит. Очень печалит. Мне казалось, мы какие-то книжки куда-то можем сдавать, но я так понимаю, мы просто будем продавать. Потому что которые нам не нужны. Да, мы опять идем в этот. Ё-моё, дайте пройти мне. Полазим. Руины пошлите. Так, ну мы встретимся, как обычно, на выходе. Так, мы вышли. Вот она собирала всего тут. Особо не это, вот только одно вышло. Такая деталечка. Ну ладно, идемте. Донесем до дома все. Энергию всю слила. Не знаю, сколько сейчас вот стоит. Допустим, 75 написано. Почему не продается за 75, я не знаю. Обидненько немножко. Обидненько. О, у нас тут что-то накрафтилось, что ли? Собрать. Открыть. Но меди мы нормально накрафтить. Ее теперь осталось. Всего понасобирала. Хоть, думаю, не знаю, хватит, не хватит, но будем надеяться. Так, нам надо вот это вот, по-моему, без меня должно перекладываться. Сейчас я все сюда выложу.
Так, это все здесь должно вот тут вот. Что там нам надо? На всякий случай проверю, что там. Каменный кирпич, медное лезвие. Две штуки надо, да? И здесь надо еще медное лезвие. Три, короче, медных лезвия надо. Угу. На 3 дня. Пока 3 делаем. Так, ну да, это дорогое удовольствие получается. Нам и сюда, и туда надо, получается, смотрите, да? Сбором заниматься. Такое себе, такое. Что тут еще надо? Медное лезвие, каменный кирпич. А у нас нету каменного кирпича? У нас камень есть, оловянная руда есть. Как же это все долго получится? Деревянный талисман. А, вот, бронзовый топор. 10 атаки. Можно рубить деревья среднего. А для удочки дерево диких. Удары по деревьям. Это просто руками, что ли, надо ударить? Угу. Так. Почему тут не люблю вот в играх, когда вот сюда сразу автоматом ставится. Фух, так, ладненько, зайдемся. И баиньки давай-ка. Принять, да, давай сейчас станем, еще все поставим на крафт. Давай. Сейчас посмотрю, как тут получается у нас все это. Сейчас мы... Да, она всегда в 7 утра встает, независимо во сколько легла. Нет топлива, да? Моё. Здесь тоже давай заберем. Так. Ага, надо 5. На 5 у нас. Готово. Каменный кирпич надо теперь. Ёлки-моталки, это иди сюда пока. А это... Хотя это пусть тут болтается. Интересно, за сколько сегодня будет продаваться? Так, там, говорит, удары. Ну-ка, идешь с удары по дереву? Ну-ка, вот так вот. Где ударить? Еще каждый раз резиновый фрукт. Нам кокон какой-то надо там было. Резиновый фрукт. Ясно, вот это вот дерево, если ударить. Нельзя. Не получается, да? Мед. Ух ты, как интересно. Вот, дикий кокон. Значит, здесь, с этого дерева. Нам надо 2 вроде диких кокона. Ничего не даст. Хорошо. Королевский мед. А здесь что, не дадут нам? Плохо, что нельзя Е зажать, и она пинать будет. Надо вот Е просто каждый раз нажимать. Я так не люблю. Надо больших деревьев, я так понимаю, пинать, да? Ну то пойдем попинаем. Сейчас пойдем посмотрим диски, за сколько сегодня продаются. Так, что у нас тут? Опыт, резиновый фрукт. Сколько нового узнаешь, когда почитаешь, как что брать, да? Что-то я не вижу, чтобы что-то другое. Как-то они определяются. Вот там есть что-то, но оно такое ветвистое. Наверное, надо такое же найти будет. Вон там такое вижу. Но мы пойдем те диски вначале проверим, что у нас там. А что это резиновый фрукт дает? Небольшой источник удара, которое все это используется для получения... но нам, может быть, и надо. Ладненько. А где ты у меня тут? Вот. Ну, допустим, хочу продать. Угу. Вот так, часть продадим.
Что-то мне прям цена не нравится. Остальное пока не надо, ладно. А тебя можно пинать? Здесь в городе, я так понимаю, ничего нельзя. Это все запрещено. Ладно, пойдемте еще тот попытаемся. Вот это вот. Что тут? Что ты мне дашь? Допустим. Ага, понятно, вижу. Вот это вот, я так понимаю, надо большое. Сейчас посмотрим. Хотя резиновый фрукт, наверное, тоже надо в будущем будет. Да, вот дикий кокон, мед. Понятно, откуда идет это все. Все, пойдемте отнесем. Вообще можно по пути сейчас деревья порубить. Да ё-моё, видно с дерева-то. Все собралось, по-моему, не собирается. Да, надо, конечно, топор бы хороший нам на бронзу. Ну, пока что есть, то есть. Так. Здесь нарубим немножко. Здесь. Заберем. Плохой топор, конечно, у нас. Ну что поделать? Так, так, так. Собирайся. Все собралось. Оно не сразу собирается. Это раздражает. И я сама не могу нажать, чтобы оно все собиралось у нас. Так. Травку собери. Не знаю зачем. Гусеница опять. Это нам удочку надо будет. Так, это мы пока не трогаем. Это все резается само постоянно. Это хорошо. Все, так, давай мы заправим тогда. Заправить, принять. Нам надо и кирпич бы надо, да? Уверенных? Нет, не уверена, там делается, да? Еще один создается. Так. Что мы там хотели с вами делать? Да, не камень. Из-за чего мне кокон-то нужен был? Удочка. Все, удочка есть. А мы куда ее должны куда-то отнести были, нет? Да, вот удочку. А здесь зонты важны. Так, место есть в сумке? Относительно. Давайте-ка мы вот сюда все уберем сейчас. Древесину уберем. Пусть тут лежит. Вот это сюда и вот это. И резиновые вот эти фрукты. Я не знаю, зачем они нужны, но, наверное, нужны, раздают. Вот это мы сейчас, если что, отдадим. Так, вот это волокна сюда уберем. Мед, блин, столько всего. Ладно, надеюсь, сильно мешать не будет. Вообще сумку надо расширять. Пойдемте отдадим пока день. Удочку, квест сделали же один. И вот там, да, у меня где-то бродишь. Моргаешь. Еще один квест открылся. Где ты там? Это что? А, это цветочки. Так и продают. Смотрите, блин. О, стой, 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 чувак. Чувак. Удочка. Острясная удочка. От души даже. Вот у меня есть еще приманка. Может, тебе как так же нравится рыбачить, как и мне? Отношения. Делать удочку. Мы теперь добачить можем? А как добачить? Кто-нибудь меня научит? Так. Зонты важны. Кулер, рад тебя видеть. У меня небольшая проблема. Видишь ли, недавно раскупили почти все зонты, а надо сделать новые. Нужных материалов нет. Что же материалы? Ничего необычного. Просто несколько игл морских ежей, которые водятся в Акванипа. Конечно. Отлично. Но помни, иглы падают только с тех, которые выглядят более свирепыми. Вот они и придумали это. Куда мне? Магазин фермера. Что-то она тоже там просила, по-моему, да? Блин, а как задание все глянуть? Вот. Вот фермер, что там хотел? Не-не-не, ремонт забора. Деревянные доски надо. Мебельщик.
Ольгу, сделайте медное лезвие, мост, новые знакомства. А, это мы с кем должны познакомиться, ладно. Старые линзы. А, надо две линзы отнести в исследовательский центр. Сколько задач выдали? Они у меня с собой нету, да? Их нету. А удочку у нас конфисковали, да? Эх, ой, я опять не там вышла. А, вот, наверное, рыбалка, да? Сейчас посмотрим. Так, ладно. Пойдемте до дома. А это что? Ой, удобрение валяется. Ну, я так понимаю, это удобрение. Все мы пути поднимаем. Вот привычка в таких играх играть, чего. Так, пойдемте две линзы возьмем. Ну, восстанавливайся, а то я, блин. Где они у нас? Так, диск данных. Сюда. И создать. Нам надо каменный кирпич, я насколько помню. Да, надо. Пусть по максималке. Делайся. Блин, подождите. Медное лезвие создать. Меди нету больше, да? Пусть делается. А мы пойдемте в исследовательский центр. Отдадим лезвие. О, лезвие, говорю, эти линзы. Давай, давай. Топай, топай, блин. Медленно ходишь. Это вот сюда нам где-то. Вон он, да. Я даже запомнила. Несколько раз пробежала. Давай. Молли, Долли. Ух, имена какие. Но надеюсь, получится. Если не получится, так. Что? Привет, Гуля, что-то новенькое? Да, мне в руины попались вот эти странные линзы. Для чего они? О, очки с разноцветными напылениями. Могу сказать, наверняка они необычные. Директор, посмотрите сюда. Что тут у нас? Интересно, я посмотрю их. Проходите завтра. Это у меня конфисковали линзы и сказали, приходите завтра. Вот ты, блин. А, подождите, это мы за диски можем брать. Ага, вот такие вещи. Я их продала. Ну ладно, еще накопаем, надеюсь. Такая все разбазарила. Потом таковой, надеюсь, еще накопаем. Будем надеяться. Ну все, что-то отдали. Так. Ты рубишься? Нам много древесины надо, нам плавить надо. Все, собралось. У них как-то оно не того. Опыт идет, это хорошо. Ну. Растительные волокна. Так, на вас я не кидаюсь раньше времени. Кто-то стоит тут, думает. Вот так. Все собираем. Да блин, подождите. Я вижу. Вот. Привод долблю, а то. Вот сюда теперь. О, level up. Стоять, собралось все к нам. Смотрите, какой закат красивый. Красота. Просто. Так, вроде я так поняла, все оно рисуется к утру. Так, сюда. Сейчас мы тут все понасобираем. Сегодня не ходили в заброшенную шахту.
Хотя, по идее, туда, если берешь пароход, надо по мне максимально все дни там провести. Ну, логично просто. Так. Мы сюда сейчас древесину выкладываем. Да, нормально древесины насобирали, волокна, которые пока я тоже толком не понимаю. А вот в это мы давай вот коконы все тоже сюда уберем на всякий случай. Мед. Это вообще ящиков много надо. Так вот. Все. Книга эта, я фиг его знает. Зачем нужна нам? Ну, пусть будет. Так, а сюда уберем давайте вот это. А, это не резина, это змеина, это восстанавливает. Это я перепутала. Ну, все. Кто-то тоже домой спать пошел. А на этом я буду заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.